Всем привет! Меня зовут Маша, вы на канале Мэри ЛВК, а это мои прекрасные друзья, мой парень Артем, моя подруга Ася, мой друг Марк, и мы вместе уже практически семья, потому что живем вместе давным-давно. У нас есть еще два члена семьи, которые, к сожалению, не могут сегодня присутствовать, это Женя и Илья, но мы их прощаем, у них важные дела. Сегодня мы будем с ребятами украшать, наконец-то, наш дом к Новому году. Я очень ждала этого дня, потому что мне дико не хватает новогоднего настроения. Я надеюсь, что хотя бы елка нам поможет. Очень надеюсь, что это уютное и милое видео вам понравится, и мы сможем передать вам наше новогоднее настроение, которого пока нет, но надеюсь, оно сейчас придет. Погнали! У нас есть вот такая вот куча всего, что мы сегодня будем использовать для украшения нашего дома. На самом деле выглядит это не очень обширно. Я думала, мы соберем больше всяких украшений, но ничего. Я думаю, нам всего этого дела хватит. Должно быть очень красиво. Я, в принципе, спланировала, как это все будет выглядеть. Начнем мы, естественно, с елки, которая у нас будет стоять возле камина. Мы его уже зажгли для пущей атмосферы. Это было, кстати, тяжело, но у нас получилось. И давайте начинать. Зову ребят и будем работать. Thank you.
ребят, и честно, получилось даже намного красивее, чем я ожидала. Это невероятно. И когда я в начале видео говорила, что новогоднего настроения у меня еще нет, забудьте эти слова. Это был нереально крутой процесс. Согласны? Да, было очень-очень мило и так по-домашнему и уютно. Спасибо, что разделили со мной этот момент. И я разделила с вами. Это было очень мило. Спасибо, что разделили с нами этот момент, ребят. Если вам понравился наш результат, обязательно поставьте пальчик вверх под этим видео и напишите в комментариях, что бы вы изменили или что посоветуете нам добавить в наш интерьер. Надеюсь, что вам было интересно. Всем желаю приятных праздников, приятной атмосферы и новогоднего настроения. И всем пока!